Так, расскажите, как вы очутились в Нью-Йорке? В Нью-Йорке? Ой, в Нью-Йорке я очутилась давно, 20 лет тому назад, и работаю в туризме. Я очень рада, что в этом году Грузия презент на этом одном из самых больших и престижных шоу в Нью-Йорке и в Америке, New York Times Travel Trade Show. И, you know, очень приятно, что... А как вас зовут? Вера меня зовут. Вера, да. Да. Вы в Тбилиси приехали. А сколько вы занимаетесь, как вы туризмом пришли здесь? Туризмом вообще я уже больше 10 лет в туризме, 15 лет. Даже больше 15 лет в туризме, да, здесь. И на протяжении годов мне всегда очень хотелось рекламировать Грузию. Ну, слава богу, сейчас настало то время, когда в Грузию можно ехать, и это замечательная страна, гостеприимная. Это первый раз у вас вы на этой выставке или были уже? Грузия на этой выставке второй раз. Второй раз, да. Да. В прошлом году участвовали, да? Да. И как вот вы прошли в прошлом году и результат, то есть как вот получилось? Грузия еще стали больше приезжать. Очень сложно Грузию рекламировать на американском рынке, потому что это то же самое, как Грузия, Армения, Азербайджан, ну, Кавказ. Это очень для американцев unknown destination. Неизвестное туристическое направление. Спрашивают, что это такое, или они думали, что это Джорджия, которая Атланта, Джорджия. Ну вот они спрашивают, где это. Им объясняют, что это не в Атланте, что это на другой стороне планеты. Есть такая страна, Грузия, которая очень красивая, гостеприимная. И, you know, там есть вино, горы и все остальное. Вы здесь живете 20 лет, да? Да. Что, как вы скучаете за Грузией? Или конечно. Дом для вас, дом уже здесь, но Грузия, я там родилась и выросла, так что она всегда в сердце. И как каждый грузин, я очень люблю свою страну. И всегда, я каждый год туда езжу. А как, насколько тяжело вести бизнес туристический в Нью-Йорке? На твоем бизнесе как тяжело? Туристический бизнес сейчас вообще тяжело вести, потому что все переходит на онлайн. Но, тем не менее, это очень интересная сфера, и люди всегда будут путешествовать, и надеемся. Люди как-то хотят вас найти, как они, как найти вас? Как меня найти? Да. panoramatravel.com. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста.